Официально признали взрослыми. Пятеро молодых первоуральцев получили российские паспорта. Документы им вручили в здании городской полиции в торжественной обстановке. Церемония торжественного вручения паспортов уже становится традицией в Первоуральске. Проводится она только в нашем городе. Идея принадлежит Совету ветеранов органов внутренних дел. Поздравить подростков со вступлением во взрослую жизнь пришли родители, друзья и сотрудники полиции. С документами 14-летним первоуральцам вручили поздравления президента России Владимира Путина и памятку о всех правах и обязанностях гражданина Российской Федерации. Быть гражданином России, во-первых, это выполнять свои обязанности и вообще быть хорошим человеком, совершать хорошие поступки для своей родины.